Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. То одище, в которое превратилась наша жизнь, не стало неожиданностью лишь для тех, кто давно меня слушает. Я был одним из немногих. Что стало с теми, кто высказывался против федералов? Что ж, им пришлось несладко. На кладбищах полно несчастных, которые осмелились открыто выступить против лжецов. И за мной приходили. Я основал «Свободный Орегон» перед самым разгромом федералов. Вел трансляции из минивэна, колеся из города в город. Тогда дороги еще не были завалены машинами, оставшимися без хозяев, а мосты не были разрушены в наивной надежде остановить фриков. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Нет, Коп. Вот кого на кладбищах полно, так это фриков. И ты не мог задержаться на одном месте, потому что если бы кто-то увидел твой минивэн, его бы разнесли на куски. И тогда мне не пришлось бы сейчас слушать это твое идиотское радио. Есть!
Ладно. Окей. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. В небе стали появляться черные вертолеты. Возможно, вы их видели или слышали и подумали, что сходите с ума. Не сходите. Они существуют. И это подтверждает мою правоту. Мы думали, что Неро вымерли вместе со всеми, пав жертвами собственной глупости. Но нет. Как я и говорил, они затаились, чтобы потом вернуться и восстановить власть над миром. Но пока я жив, этого не случится. Не бросайтесь им навстречу. Они не спасать вас пришли. Все достойные люди, носившие форму, погибли больше 2 лет назад. А эта сволочь просто пристрелит вас на месте. С вами Марк Коупленд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже мой, Коуп. Ни хрена они не хотят вернуть. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ну, кроме одного. Да, тебя пристрелят на месте. Везунчик.
к тебе. Еще трофеи. Еще один участок, Неро. Может, в медпункте что-нибудь найдется?
конечно. Нет топлива. Ну, конечно. О, зараза. Предохранитель сгорел. Посмотрим, что тут у нас. Где мне теперь взять предохранитель? Так, надо осмотреться. И топливо. Порядок. О, да. Не идет. Стоп, нет, не сюда. Нет, не сюда. Предохранитель, да. Вот теперь дело пойдет. Ну вот, порядок. Повторяю, это федеральный карантин. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Под федеральной юрисдикцией объявлено военное положение.
положение. Не оказывайте сопротивление сотрудникам мэра и полиции. Стойте в очереди, выполняйте приказы, продолжайте движение. Попытка обойти баррикады карается расстрелом. Помехи работе сотрудников мэра караются расстрелом. Посмотрим поближе. Нет-нет, это в той стороне. Пригодится.
Олень на дороге. 2 года назад от тебя бы мокрое место осталось.
Еще трофеи.
Давай! Ну, я готов. Открывайте! Сколько мне тут ждать? Мы за тобой, сын. Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. В общих.